хорошо быть мужиком. Не надо ноги брить станком и волосинки вырывать, потом ладошкой проверять. Как хорошо быть мужиком, не надо убирать весь дом, тебе не надо окна мыть. Вообще зачем их надо мыть? За детей не надо нам рожать, мы можем лишь их обмывать. Мы месяц обмываем их, своих и так же и чужих. Плевать мужчинам на вопрос о ломких кончиках волос и очереди в туалет. У мужиков, представьте, нет. Мужиком быть просто класс. Мало мужиков сейчас. В наше время особый шик. И если мужик, мужик, как хорошо всю жизнь уметь с двух рюмок сразу не пьянеть, потом мозг никому не выносить. Как хорошо мужчиной быть. После шести ты можешь есть, пусть свитер влазишь ты не весь, висят бока, висит живот, зато не надо красить рот. Мужиком быть просто класс. Мало мужиков сейчас, в наше время особый шик. И если мужик, мужик, не надо красить волоса и собираться два часа, на полный шкаф вещей глядеть, туда, где нечего надеть. Не, ну самое главное, на трассе, коль припрет нужда, то это тоже не беда. Ты можешь встать у колеса и так стоять хоть полчаса. Мужиком быть просто.